Всем привет, мои дорогие! Без всяких лишних слов перейду к важному. Я сделал новый ржачный мод, который вы легко можете скачать по ссылке в описании. Немного проспойлерю. Этот мод практически 18+. Да-да, скачай и сам убедишься в этом. Что ж, приятного просмотра. Ставь лайк и подпишись на канал. Ведь я стараюсь именно для тебя, мой друг. Так, вроде карта. Крутяк. Чё в багажнике? Офигеть, бита! Вот бы мне такую в реале! Так, Андрей, может, на улицу сходишь? А то целыми днями сидишь за компьютером. Сходи пропердись немного. Я тут у тебя в комнате порядок наведу хоть. В смысле? Мама, это точно ты? А ты чё, мать родную не узнаешь уже, что ли? Да я не это имел в виду. Просто, вы редко меня гулять отпускаете. Так, либо ты сейчас идешь драить толчок, либо не упускаешь свой единственный шанс и топаешь на улицу. Я все понял, уже ухожу. Блин, какой классный пенек. Эх, жалко, я не взял телефон, так бы поснимал что-нибудь для своих подписчиков. Ну, вообще, крутяк, сбегать за телефоном, что ли? Эй, слышь, чушпан! Кто? Я? Да, ты, урод. Игорь, ты чё обзываешься? Мы же друзья. В бизнесе нет никаких друзей. Какой еще бизнес? Ты вообще о чем? Ты чё, скорлупа читать разучился? Нет, не разучился. Ну так читай, чё на пне написано? Сел на пень 1000 рублей. Да ты чё, офигел, что ли? Какие 1000 рублей? Да и вообще, я не садился, я встал на пень. Хочешь в жбан получить? Ну, ладно, ладно, я понял. Вот, это все, что есть у меня. Фиг ли здесь так мало? Ты на пенек встал, должен был косарь отдать, а тут фигли так мало. Урод, блин, ты. Это моя точка, ты мне теперь косарь торчишь. Сейчас как врежу у шлепок. Пошел нафиг отсюда. Халявщик. Ненавижу халявщиков. Ну а вы, дорогие подписчики, можете на халяву скачать новый ржачный мод 18+. Ссылка в описании.